За вербовку в террористическую организацию региональное управление ФСБ в этом году возбудило 7 уголовных дел. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на заседании антитеррористической комиссии. Как отмечают специалисты, зачастую под влияние радикальных взглядов попадает молодежь, поэтому в преддверии учебного года к этой группе населения особое внимание. Также 8 сентября в нашем регионе единый день голосования. В различных районах области пройдут выборы глав поселений и депутатов местных ЗАГС-собраний. По имеющимся данным, в регионах Центрального федерального округа на сегодняшний момент сохраняются угрозы террористических проявлений, поэтому мы должны принять дополнительные меры для противодействия идеологии терроризма, обеспечению антитеррористической защищенности важнейших объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.